или нет? Могу выделить тебе шампиньончики. Привет. Ну что, пупсики, давайте, подключайтесь. Это мы сделаем вот. Я сегодня, знаете, вот сегодня... Сейчас. Сегодня будет такой рецепт, в который я верю, что получится очень сильно вкусно. Вот честно вам скажу. А в Питере два раза я тебе как делал вкусно. Да. Ну, что... Солеными огурцами. Ну что поделать, я вам могу так сказать, что есть у меня определенный набор продуктов, которые я очень сильно люблю кушать. Вот. А вот всякие там эксперименты, как бы не очень. И я все не люблю все, что касается рыбы. Потому что, ну, что сказать, не всегда я могу объективно даже судить какие-то моменты. Но я всегда честна. Я же говорю, это вкусно массе или невкусно. Все поняли? Ира, отлично выглядишь. Спасибо. Слушайте, только я не знаю, вы простите, я сейчас буду очень противно разговаривать. Я уже это нос закапала всем, чем только можно. И разговариваю так. А не ты одна, по Москве так разговариваю. Слушай, я еще и кашлять начала. Ну, это видели, какая погода? О, первый раз к вам на прямой эфир попала. Слушайте, мы да. Вдвоем на телефончик навесили? Да мы на самом деле сами что-то давно не снимали. Что-то все заботах. Сейчас знаете, какая активность у нас начинается перед Новым годом. Сейчас всех за парах. И чем ближе к Новому году, тем больше этих будет за парах. Все хотят встретиться, все хотят подарить какие-нибудь подарки. Всем нужны какие-то идеи. Ну и, короче, начинается все. В общем, движуха. Ну ничего. Так, ну давай. Подожди, Масюха. Мам, погоди. Ну, протираю шо? Камеру. Так, оп, давай. Сегодня будет точно вкусно, как в последнее время. Значит, у нас сегодня будет овощная такая подушечка и будет красивый лососик в сливках. Ой, это вкусно, у меня же даже это заурчало в животике. А ты хочешь, чтобы я тебе включила? А понимаешь, овощам мне потребуется порядка 30 минут, а то может 35, а вот ей потребуется минут... Ну там будет... Ой. Что там у тебя? Присылает. Что интересного дарили друг другу на Новый год? А мы всегда делаем общие подарки. У нас нет такого, чтобы я тебе там что-то дарила, я тебе... А мой шикарный подарок на Новый год – это путешествие в жаркую страну, которую вы вдвоем друг другу дарите. Да. По-моему, это лучший подарок. Как планируем отмечать, я не знаю. Слушай, пойду еще посморкаюсь, а то мне же говорить тяжело. Подожди. Да? Ага. Ну, у меня соплями все забивается. Мой маленький гундосик. Ага. Так. Ну что тут, кто тут у нас сегодня? Всем привет! Салфетку? Не, салфетки сегодня не придется, сегодня будет очень вкусно. Ну, как всегда вкусно, просто в массе, знаете, как говорят, у нее ротовые рецепторы, они настроены только на определенный сорт продуктов. Ну вот такую рыбку с такими овощами она точно... Такую рыбу? Да. Так, все. Ну ладно, поехали, показывай мне. Ша. Сейчас я скажу, куда же подожди. Японский ножик. Я не понял. Вот видите, опять у нас начинается. Ну, поехали, это будет все вкусно. Давай, это маленькая морковочка. Давай. Мам. Морковочка. Морковочка пошла на сковородочку. А она вся, она станет вареной морковочкой. Здесь будет вкусненько. Знаешь, сколько варится морковка? Сколько? 35-40 минут. Я сразу сказал. Ну ладно. Так. Показывай. Скажи, как любит Мася. Да, как любит Мася, потихонечку добавляю сюда соцветия цветной капусты. Видишь? Не режу. А я, например, не люблю морковку. У меня бабушка всегда ее варила, и причем она варила ее с сахаром, как-то получалось, ну, противно. Очень вкусно выходит. Ну ладно, я не буду просто ее есть и все. Кто это не будет у меня тут есть? Морковку не буду. Я тебе как бабушка по жопе надаю. У меня бабушка один раз только по жопе лупила, и все. Ну, вот его чаще, вырос бы нормальный ребенок. Нет. Нет. Слушайте, вы видите, что происходит? Я не знаю, москвичи, мы все видим, что происходит в Москве. Погода дрянь такая, что хочется, знаете, завернуться куда-то вот калачиком под одеялкой. Вообще оттуда даже не вылазить, все время хочется спать. Да. А у нас жареная картошечка с опятками. Как вкусно. Слушайте, я не болею. У меня это хронь какая, знаете. Которая пропадает у Маси только в тропиках. Да, вот в тропике приезжаешь, и все. У меня все начинает нос хорошо дышать. Так она мамку и шантажирует.
Да, говорю. Мам, ну это же мой нос. Я ничего не могу с этим поделать. Не выхожу из дома в такую погоду. Это хорошо, когда вы не выходите, а если нужно выходить. Вот, а из Петербурга мы вчера выезжали, там такая же самая погода, там хочется просто умереть. Ну, хотя небо такое же темное. Только еще знаете, что мы когда приехали, я совершенно забыла о том, что в Петербурге все гораздо позже расцветает солнце. То есть получается там светодень, вот в такой период в Санкт-Петербурге, получается где-то с 10 до 3. Представляете? И все. Вот как жить. Какая у вас погода? Сейчас я вам покажу. Сейчас вам окно покажу. Смотрите, какая какашка там идет. Там вон. Вообще, как бы такая кака, не очень. Вы знаете Муром? Есть такой город? Какой? Муром. А, да. А у нас минус 45. Слушайте, тогда я вот в этом своем говнолине посижу. Потому что минус 45 бы я вообще не выдержу. Проезжайте в Украину. Может быть, когда-нибудь. Мои любимые шпаки. А у нас тепло и солнышко. Это где это? Хотя есть на этом земном шарике такие места, когда есть... Хорошее лето. В Сочи обычно чисто тепло, в Краснодаре там у них тоже нифигово. Да? Да. Счастливые люди, кто там живет. Привет, у нас в Сибири сегодня минус 27. Бррр. Ого. Мася, ты красотка, сколько ты сейчас весишь? Сейчас я вешу 67 килограмм. Так, здравствуйте. Здравствуйте. У нас плюс 12, Крым. Крым. Слушайте, ну те, у кого очень тепленько, грейтесь уже за нас, за всех. Не знаю. Угу. Что? Ну, 4 возьмите, да? Да, вообще без проблем. А мы не показали, что это все на водичке ты готовишь. А я еще подумал, что... А, ну ладно, хорошо. Приезжайте в гости к нам. Жара. Это хорошо. Мы обязательно приедем. Но целая куча дел еще здесь нужно переделать до Нового года. Покажи кадр. Что показывать кадр? Нарезаем шампиньонки. Знаете, сейчас все люди такие ходят в России, зомби, вот такие, бледные, вот такие. Вот ходят на работу, с работы, упал, поспал, опять проснулся. Жуть. А ведь когда солнышко, ты сразу такой заряжаешься и такой ля-ля-ля-ля-ля-ля прыгаешь. Не хочется особо там есть на солнце. И спать не хочется, хочется все время тусить. Добавляем шампиньоны, и все это у нас готовится пока на водичке. Доставай крышечку, накрывай. Ну вот так. Ну все, теперь ждем. А что еще у нас хорошего? У нас сгорел роутер. У нас все обычно горит. Фиг пойми, почему оно горит. Так, в Краснодаре может и потеплее, но зима это просто месиво грязи, снега. А, у нас тоже вон месиво-перемесиво. У нас часто не проходит оповещение о том, что вы в эфире. Слушайте, я не знаю, это все... У всех такая фигня часто. Uh-huh. А раньше, когда проходило, поэтому народу сразу было больше, потому что люди же не могут сидеть у нас на странице постоянно. Вот такая фигня есть. Как когда типа с большого количества коньяка выпитого накануне, у некоторых в пятницу даже был коньяк, и до сих пор не отошли. Мы вчера в Сапсане ехали, там такая вообще тусня ехала, хорошо очень там. Приготовьте как-нибудь том-ям, говорят. О, не, это я точно не буду готовить, мы не сможем такое. Не умеем. И мне не пришло. Блин. Мася, как Инстаграм работает? Я не знаю. А еще там, знаешь, какие-то вообще непонятные обновления все время приходят, которые тоже непонятно, как работают. Так. Я пока надо включу духовку. Да, и можно пойти немножко, наверное, полежать, да? Да. Так что все. А елку ставить будете или лучше пальму? Да я бы лучше пальму поставила. Не, елку точно не буду ставить, потому что, знаете, эти все иголки, все такое. Может, какой-нибудь вот такой зато вот. Зато запах какой становится. Это да, я все время так хотела, вот с самого детства. А сейчас что-то, знаете, вот убирать это все потом. Иголки в пятки втыкаются, все это мусор. Не, не хочу. Так, у вас будет новогоднее меню? Слушайте, мы не знаем пока, где мы будем, что мы будем в Новый год, поэтому пока не думали еще даже. Так. Миндарин? Хе-хе. Новогодний. Ты обещала рассказать, как похудеть за 3 недели до Нового года.
Ну, во-первых, как похудеть, я рассказываю уже давно. И если бы вы следили за моей лентой, то я выкладываю даже на каждую неделю меню. Все это у меня продублировано в моем телеграме, так что все, кто хочет, туда. А так я буду просто рассказывать, что делаю я, и ни больше, ни меньше. Вот и все. Масенечка хоть тоньше стала, ближе к желанию. Потому что не знаю, я особо не слежу, честно вам говорю. Так. Мася, почему платье не носишь? А как в такую погоду носить платье? Расскажите вы мне. И тем более... Сегодня хотя бы не обманула. Вкусно? Они практически... Шкурка тает во рту. Что, не нравится тебе? Вкусно же. Осетинские пироги приготовьте? Не, их должны сами осетинцы готовить. А мы такое не умеем. Все, пойдем в кроватку. Может, повезет, а интернет там не сдохнет. Ага. А я возьму еще одну мандаринку. Какое вино мы предпочитаем? Красное, сухое. В основном это французские вина. Угу. Шато любим очень. Так, сейчас подождите. Опа. Так, ждем, пока там приготовятся овощи. Поэтому можно немножко с вами поваляться, поболтать. Так, мамка. О. О, давай я вот так вот на тебя. Мой юный подаван. Ой, мне хвостик мешает. Ага, хвостик, все. Мне хвостик. Все, мы улеглись. Пиццу надо приготовить. Слушайте, ну как-то мы... Ой, нас куда зовут? Все, я ничего не прочитала. Как ведем семейный бюджет? Как мы ведем семейный бюджет? Ой, я обидела осетина, а не осетинцу. Ну, простите меня, пожалуйста. Я не знала, как правильно. Кислые мандарины вкусно? Да они не кислые. Это масёня у меня, знаете? У нее все, что не мороженка, сникерс, ей все кислое. Мне надо, чтобы сладко было. Мы с сынулькой варим грибной суп из грибов, собранных осенью. Ну, это вкусно. Слушайте, а мы, помните, сколько всего готовили из белых грибов, которые мы купили? Купили, ничего страшного, но мы же их потом переварили. Ну, у нас килограмм еще, по-моему, 24 было. Но потом ими было, пользовались полтора года еще. Все нам приветы там передают. Ага. Слушай, так хочется спать вообще, вот просто я, у меня глаза закатываются. Что делать? Что Какие делать? Маски для лица делаем? Разные. У нас есть Энхель. Мы знакомимся с разной косметикой. Сейчас вот на днях к нам должен прийти еще RTH, интересная косметика. Будем все показывать. Мы всегда, знаете, что-то пробуем, и заодно это показываем, как и есть. У меня рост 172. Mm-hmm. Слушай, мы легли, и у меня сейчас вообще, по-моему, закатятся глаза, и я захраплю. Новый год готовы? Вы хоть одного человека видели, который готов на Новый год? Нет. Никто никогда не готов? Все в последние дни всегда готовятся. Сделайте тату рукав? Зачем? Кому? А, это понятно. Это шарф тату. Тату-студия нам пишет какая-нибудь. Мастер, ты стал красиво. Спасибо. А сейчас буду с каждым днем все лучше, лучше и лучше. Новогоднее настроение есть? Нет. У меня есть? О, нет. У меня мандаринка есть. А, ну да. А у меня нос не дышит. В Челябинске были? Были. Кто-то нам кричит, ау, потерялись? Ау, ау. Спрашиваю, какое настроение, какие планы на Новый год? На Новый год, как и у всех. Перед Новым годом всякие интересные подарки для друзей, родителей выбираем. Очень много интересных встреч происходит. Сам Новый год мы не знаем, где мы встретим, но это, знаете, как бывает. Эй, и понеслась. Где ты проведешь Новый год, ты не знаешь. Все хотят спать? Да. Вообще ужас какой-то, да, в такую погоду, ну просто. Не, видите, глаза все уже. Проблема с интернетом? Проблемы глобальные. Роут разгорел? Очередной. Очередной, да. У нас так всегда с техникой. У нас все горит, ничего не помогает. Салам из Северной Сети, салам. Угу. 21 век жить на дворе, а все есть хреновое, так бывает. Виснет. Виснет. А потому что у нас здесь, кстати, всегда с тобой виснет. Пойдем на кухню. А поедем на кухню. Или уже все. Все зависит, видишь, тебе пишут. А, да, смотри, даже людей сколько. Угу. Ну пойдем тогда туда. Пойдем.
Ты знаете, вроде бы одна квартира, но на кухне вроде бы нормально, интернет работает, а здесь не очень. Сейчас я попробую. Так, у меня тоже муж посмотрел, на кого я смотрю прямой эфир, и второе мнение послушал. В общем, муж сначала сказал, фу, урод какой, а потом послушал тебя и говорит, ты красавчик, хорошо мыслишь. Спасибо. Так, ну давайте, может, здесь отвиснет и будет нормально. Потому что на кухне вроде у нас нормально работает. Так, что завтра будем делать? Слушайте, он у нас сейчас каждый день расписан с большим количеством всяких дел. Тормозит что-то? Слушайте, ну перешли обратно, сейчас должно не тормозить. Должно растормозиться. Ага. Так. Так. Как бы ты хотела, дорогая? Потому что я собираюсь совершенно просто помазать чуть-чуть маслечком оливковым дно этой фигни, положить туда рыбку, также помазать маслечком, чтобы поперчить ее, и, в общем-то, все. И положить ее, залить сливками, положить туда. Ну, вот я тебе могу предложить более простой вариант и вкусный. Когда ты берешь саму рыбку, на фольгу ее, и делаешь вот так вот, знаешь, такую как чашечку, и прям туда все это выливаешь. Ты ее заливаешь сливками, она получается пропитывается, получается вкусно. О, мамка меня послушала. Так. В чем проблема поставить роутер нормальный, а не мобильный в интернете? Потому что мы ничего в этом не понимаем. Какой надо? Это ж надо как-то подключать, а мы даже лампочку вкрутить не можем. Вот так. Саша без хвоста лучше было, а мне нравится он с хвостом. Да. Я хочу еще научиться скоро ему заплетать такую, знаете, косичку. Это будет вообще круто. Покажи мне. Сейчас, подождите секунду, я немножко вот так вот поверну. Так, приезжала в Москву на соревнования, а сегодня, улетая, думала погулять по городу. Но погода огорчила. Ой, не говорите. Будет нас полоснуть. Мама, не вредняйте. Все? Угу. Поехали. Рыбку кладем на фольгу. Угу. И делаю вот так вот. Я еще вот так вот. Ну, палюсь. Я парюсь, иди, я буду красиво делать. Пришел из Камкава. Не лайкайся, а то виснет. Будете делать еще встречи с подписчиком? Слушайте, до Нового года точно нет. В Москве, скорее всего, это будет уже летом, потому что разные заметки. Привет, мужу! Очень приятно, да. Масюха мне сегодня такие вкусняшки готовит, я уже даже все не могу. Я не могу, мам. Изнемогаешь? Ага, изнемогаю. Опять все что-то зависло. Зависли. Слушайте, я не знаю, что делать. Я завтра, наверное, понесу роутер. Кстати, ты поедешь завтра к зубному с утра, а я сбегу, позанимаюсь и занесу роутер, скажу, ну-ка делайте, мне ремонтируйте. Да. Показывай. Черный перчик. Карри не хочешь? Нет. И просто ты заливаешь все сливку. А что ты не хочешь карри? Рыбу не хочу. Может, интересно получится. Мам. А лимончик кусочек положить тоже нельзя? На свою часть. Хорошо. Стой, тогда нужно сначала лимончик класть. Клади лимончик. Все нам говорят привет, привет, привет. Вот видите, я вам всем передаю. Слушайте, ну от того, что виснет, я не знаю, что с этим делать. Надо какой-то рост целиком. А, отпустила. Это надо кого-то умного человека спрашивать, который знает, что это такое роутер, какой это рост целиком и что с этим делать. На свою половинку положу лимончик и заливаем сюда сливками. Ставим в духовку на 18 минут 200 градусов. Почему 18? 20. Не, она быстро готовится. Ладно. Ну, что 15 минут, кажется, мало было, ужасно виснет.